Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите канал «Прошу к столу». Сегодня мы с вами будем готовить морские гребешки и подадим к ним салат из рукколы и помидор. Начнем готовить салата. Помыла рукколу, теперь мы порежем к ней помидоры. Добавляем лимонный сок. Соль, перец, и немного оливкового масла. Можно, конечно, и подсолнечное. Салат перемешаем. И пойдем жарить гребешки. Начинаем жарить гребешки. На сковородку наливаем масло. Сковородку нужно раскалить хорошо. Гребешки посыпем перцем немного. Соль. И выкладываем на сковородку. Выдавливаем сок лимона. Гребешки готовы. Готовые гребешки выложили на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Гребешки выкладываем на салат. И посыпаем цедрой лимона. Вот так легко и быстро можно приготовить очень вкусное, простое и сытное блюдо. Спасибо, что смотрели нас. Не забывайте оставлять комментарии и лайки. Приятного вам аппетита и прошу к столу!